И вот мы в солнечной Анталии. Вот такой у нас турецкий завтрак в придорожном турецком кафе. Без лоска и иллюзий. Все по-настоящему, все как есть. Здорово! Ну что, туристы? Русо туристов, облика ворали. Прохладной жизни. Турецкая крепость. Лёва, полез годный контент делать. Рекламайкас. Самый лучший вид из окна автобуса. Чё? И тепло, и дождя нет. Вот маячок не видит. Смотри, какой клёвый. А туда мы потом не подъедем на ту? Куда? Вот по набережной погуляют. Они, кстати, отзываются не на кыс-кыс, а на мишу-мишу. А, в Италии мишу-мишу. А здесь пс-пс-пс, вот так они. Ой, 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 ты. Я тут прекрасный берег снимаю, а ты про портянки рассказываешь. Детей я учу. Кто первый, я или ты? Нет, я. Нет, я. Как съедет до фургона? До фургона? Че, устала ты? Настоящий турецкий завтрак. Смотрите. Сколько всего. Сколько всего. Смотрите, какого моря там, цвета какого. Ну не снимай. Мама стоит вон над крепостью. Воржи. Давай, Лёва. Рыбку. Ты видела, какая акула?
Ей бы молочко налить, да? Угу. Масянечка. Прямо идет на руки, вот на спину. Сейчас ножки начал. До свидания, Мишон. Как я испугалась. Чего? Сядь.